Здравствуйте, программа «Овертайм в действии». Мой сегодняшний собеседник Юрий Федотов, лучший тренер в России. Ну а тема выпуска, она на поверхности. Победа ставропольцев в первенстве России по футболу среди ветеранов. Генеральный спонсор программы «Овертайм» – фирма «Югпроспродукт». Официальный партнер программы – Фонд экономического сотрудничества. В этот период отмечается в этом году 70-летие самарского футбола, и поэтому РФС организовала финал именно в Самаре. И организаторам я выражаю очень благодарность за великолепно проведенный турнир, за досуг, предоставленный футболистам, за прекрасное размещение в гостинице, за питание. Все команды жили в гостинице, в санатории «Металлург», питались все вместе в банкетном зале. То есть у каждой команды был свой стол на 20 человек. Я, конечно, очень признателен организаторам этого финала. Конечно, была очень тяжелая поездка в город Самару в плане организационного, организации выезда. То есть, как обычно, в нашем городе очень проблемно было найти финансовую сторону. Это один из тяжелых моментов. Второй момент – это отпросить ребят. Все-таки на 10 дней уехать за 1600 километров в Самару. Не каждый там руководитель, футболиста, работающего на предприятии, может отпустить человека. Поэтому некоторые ребята, они, к сожалению, не поехали на этот турнир. Ну, в целом, где-то на 85% команда укомплектована была хорошими квалифицированными футболистами, теми, которые в прошлом году завоевали звание чемпиона в России. Вот, поэтому я благодарен ребятам, что они как бы откликнулись, и мы общими усилиями выехали на этот турнир и сенсационно в третий раз подряд выиграли на самарской земле. Победа ветеранов Краевого центра в чемпионате России – яркий эпизод в унылой картине футбольного Ставрополя. Нынешний успех – это успех прежде всего ставропольского «Динамо». Стрекалов, Студзинский, Шевырев, Баско, Соколов, Грушевой – воспитанники и игроки в прошлом «Динамо Ставрополь». И сейчас они должны представлять наш бренд по ветеранам. Но от клуба с 90-летней историей в Ставрополе отказались. Главная причина – долги. 15 миллионов рублей перевесили историю. Такова суровая реальность. Традициями никто не живет, о них только говорят по праздникам. Нет клуба, нет футбола и нет проблем. «Динамо» осталось в сердцах болельщиков и справочниках. Спасибо ветеранам, что напоминают о былых победах. Успех в Самаре третий подряд. Только крылья советов хозяева поля смогли отобрать очки у дружины Юрия Федотова. Председатель комитета ветеранов футбола Ставропольского края пытается чуть ли не в одиночку поддержать реноме футбольного Ставрополя на российском уровне. Его коллектив для начала в июле выиграл турнир Северокавказского федерального округа, а затем спустя 2 месяца стал сильнейшим в финале. Не мудрено, что лучшим тренером признали ставропольского наставника. Анатолий Теблоев лучший среди защитников. В каждой игре ставропольцы не уходили без гола. Нападение отработало на отлично. Усиление в лице Арсена Карапетяна и Андрея Федькова принесло результат. Ну, я скажу, что по накалу борьбы ветеранский чемпионат не уступает даже российскому. Эмоции в море. Зная всех ребят по былым временам, я думаю, что я не испортил этот коллектив ни игрой, ни жизни.
Геннадий Стрекалов принимал Кубок победителей. Кстати, нашего капитана в Самаре считают своим, хотя он отыграл там всего один 2000 год. Напомню, чемпионат России среди ветеранов проводится с 2001 года. С 2010 побеждал только Ставрополь. Почему на бело-голубой форме буква «Д», слово «электроавтоматика», но название обычное – сборная города Ставрополь? В нашей форме уже 4 года этой, к сожалению. Поэтому изначально мы хотели назваться и назывались первым, когда ездили в Саратов, мы под «Динамо Ставрополь» называлась команда. Вот. Не в Саратов, это еще раньше. То есть под «Динамо» – это бренд, это наша элитная команда, главная команда края. Это была в тот период, да, она как бы и осталась, к сожалению, на данном этапе ее нет даже на бумаге, да, вот. После этого аббревиатура появилась, это электроавтоматика, это благодаря Юрию Даниловичу Мишину, он нас под крыло взял, и эти последние 3 года частично финансируют наши выезды, поэтому мы очень ему благодарны, и реклама электроавтоматики, она на самом видном месте. То, что Ставрополь, ну, в большей степени нас финансирует, конечно, администрация города Ставрополя. Я благодарен и Георгию Семеновичу Калягину, который первый из руководителей за последние 3 года изъявил желание с нами хотя бы познакомиться. Пожать руки за прошлогоднее чемпионское звание, принял нас в Белом доме, да? То есть я ему, конечно, благодарен. И поэтому, как бы, аббревиатура Ставрополя у нас сейчас более, ну как, мы представлены сборной города Ставрополя. Хотя играют ребята с разных районов города Ставрополя. В этом году даже играл Андрей Федьков, звезда нашего советского еще футбола, российского футбола. Изъявил желание. Я был приятно удивлен, что он не отказал моей просьбе, потому что у нас тяжелая ситуация была с нападением. Вот, и он нам помог выиграть этот турнир, я ему очень благодарен. У нас ребята из Кисловодска, из Буденновска, с Невиномыска, ребята представлены в команде. Поэтому, тем не менее, мы называемся город Ставрополь, сборная города Ставрополя, потому что в большей степени помощь идет из города Ставрополя. Хотя я благодарен и нынешнему министру спорта Гребенюку. Удивительно быстро нам оплатили питание. В сюжете я сказал, что Юрий Федотов практически в одиночку пытается поддержать реноме футбольного Ставрополя. Наверное, все-таки это не так. Конечно, я один бы ничего не смог сделать, поверьте мне. Начиналось, конечно, очень тяжело, там, 4-5 лет назад. Вот. Но сейчас мне приятно, что частично нам помогают общими усилиями. Мы все-таки хотя бы выезжаем на финалы. А финалы, поверьте мне, 20 человек вывести, тот же Азов, да, на неделю. Вывести 20 человек в Самару на 10 дней. Это очень сложно с точки зрения работы футболиста. Все люди как бы по 35, по 40 лет, они работают в различных структурах. Кто-то в коммерции, кто-то в охране, кто-то в банке. Поэтому очень сложно было именно в этом плане. И я благодарен, конечно, спонсорам, которые вносят хоть какую-то лепту в наши поездки. Да? То есть мы участвуем не только же 35 лет, мы и 40 лет участвуем, мы и 30, и 50 лет участвуем, и 45 в турнирах участвуем. Поэтому не всегда финансируются из городского и из краевого бюджета эти турниры. Поэтому спонсоры нас выручают. Я благодарен и в первую очередь и Колосовскому Андрею Юрьевичу, он не всегда, но иногда помогает нам. Я благодарен Наталье Федотовой, которая тоже помогает. Я благодарен Полтавскому Виталию, вот, тем людям, которые неравнодушны к судьбам ветеранов. Вот, поэтому, ну, повторяюсь, я как бы за Крыжановского Алексея Анатольевича и за Гребенюка я уже говорил, что они в меру своих сил частично помогают. Хотелось бы, чтобы больше помощь от правительства шла,
края. Для нашей команды ветеранов соревнования идут одни за одними. Отборочные соревнования, финал, там, при этом выставочные матчи, товарищеские матчи. Нет такой мысли создать настоящий профессиональный клуб со своим годовым бюджетом, с зарплатой, снять офис, купить автобус, форму, ну, чтобы все было на серьезном уровне. Ну, это мечта любого тренера, любого руководителя клуба, да, чтобы ребята были хоть как-то стимулированы, там, какую-то стипендию получали. Потому что не секрет, что многие приехали с травмами, да. То есть, и я уже давно отмечал, что мы планируем это. Но, к сожалению, в нашем городе какое-то равнодушие такое со стороны крупных бизнесменов, да, взять под крыло чемпионов России. То есть, парадокс иногда. Со стороны смотришь и пишешь письма, просьбы, чтобы, ну, возьмите под крыло. Мы не просим там миллионные контракты, как были там, как в нашей премьер-лиге или первой лиге, или даже в том же «Динамо», которое развалили в этом году, да, какие бешеные зарплаты были. Мы не просим этого. Мы просим хотя бы какую-то стипендию тому же Сереже Ушакову, тому же Сушему, тому же там другим звездам ставропольского футбола, которые, они еле на ногах ходят, они еще преподают. То есть у них травмы, у них за период, когда они нужны были нашему футболу, их замечали. Сейчас их не помнят. Моя цель именно, чтобы власть не забывала этих людей, личностей, не забывала их, потому что они очень много пользы ставропольскому футболу и спорту принесли. И, естественно, мы вынашиваем такую мысль, чтобы создать какой-то фонд. Создать, ну, это очень сложно сделать. Бьемся, ну, тяжело спонсоров найти, да, если мы на такие краткосрочные выезды сложно найти, да, премию для футболистов, то ежегодное вынашивание плана, чтобы зарплату там платили, я думаю, что это в нашем городе, ну, на данном этапе нереально. Я думаю, что бесполезно на данный момент разговаривать, потому что мы беседы эти вели и с депутатами. Мы вели и городской думы, и краевой думы. Но, к сожалению, они такие пассивные. Хотя многие спортсмены учились со мной там, в институте, да, ну, я такой равнодушия еще давно не видел. Мне приятно, когда мне комплименты делают, да, и руководство РФС, и организаторы, что у вас, видно, и там и зарплаты получаете. Но зарплаты мы, к сожалению, я им говорю, никакой не получаем, и премии не получаем. Они: как премии не получаете? Да вот так мы не получаем премии за чемпионское звание. Это уже властям приятно, что мы чемпионами. Ну, денег, говорю, нет в нашем бедном городе и крае. Генеральный спонсор программы «Овертайм» – компания «Югроспродукт». Официальный партнер – Фонд экономического сотрудничества. Мы беседу продолжим через минуту. Фонд экономического сотрудничества. Поставка средств защиты растений, семян, удобрений. Консультативное сопровождение. Фонд экономического сотрудничества. Всегда на шаг впереди. Продолжаем нашу беседу. Мой сегодняшний собеседник Юрий Федотов, лучший тренер в России. Юрий Михайлович, наша команда в основном играет вне Ставрополя. Нет таких мыслей сыграть на «Динамо», дождаться какого-нибудь праздника, пригласить те же крылья советов. Все-таки в Ставрополе нет хорошего футбола. Мы вынашивали такие планы, и краснодарские команды, и ростовчане. Плочник мне говорил, Александр Васильевич, говорит: пожалуйста, пригласи нас, мы приедем. Но опять же таки, все упирается в спортивный комплекс. Вы знаете, что ситуация со стадионом «Динамо» неоднозначна. Он закрыт, даже команда третьей лиги сейчас не имеет права играть. На зеленом газоне, там на Павлюченко или на интернате, трибун нет для зрителей. Вот. Мне приятно, что вот, Виктор Федорович поздравил нас с победой Поповиченко. Это глава администрации Зеленокумска Советского района, по-моему, да? Он позвонил мне, сказал: мы ждем вас в гости, мы хотим вас принять, чтобы показать молодому поколению, что у нас в Ставропольском крае был футбол, в конце концов. То есть его сейчас нет, но он был. Эти вот ребята, которые
по 35, по 40 лет, они показали и доказали, что у нас была школа футбольная, у нас готовили молодежь. И было стремление молодежи играть в главной команде. То есть я благодарен ему. Мы примем обязательно в конце октября приглашение. Будем в Зеленокумск. У меня с Нефтекумска поступали предложения. У меня глава Левокумского района Сергей Николаевич Лысенко тоже поздравил и сказал: молодцы, ребята, я вас приглашаю в Левокумский район. Естественно, мы откликнемся на эти приглашения и сделаем серию выездов в различные города и районы нашего Ставропольского края, потому что мы популяризируем футбол, мы заставляем наших деток своими победами стремиться к хорошему, к чему-то. Понятно, что у нас нету сейчас главной команды, ни на кого. У нас пусть стремятся к нам детки, к нашим успехам. Пусть осознают, что они рядом сфотографировались или автограф получили от чемпионов России. Это тоже очень важно. И вот эта сторона меня больше, конечно, как беспокоит. Если руководство районов нам будут приглашать нас, нашу команду к себе, мы с удовольствием примем приглашение. То есть я уже сказал, 3 района нас уже предупредили, что примут в этом году. Вот, поэтому мы с удовольствием посетим и покажем мастер-классы деткам. Мы покажем, что у нас был футбол. Ну а футболисты не отказываются играть за ветеранов? Все-таки у многих работа, семья, возраст уже за 40. Многие отказываются, честно, положа руку на сердце, скажу, многие отказываются уезжать, потому что не хотят терять в зарплате. Да? 10 дней в Самару, извините, это сложный, тяжелый период. У кого-то семья, у кого-то детки маленькие, да, у кого-то бизнес, у кого-то охранником. То есть некоторые отказываются ездить, потому что ребят нужно стимулировать. То есть те победы, которые они заслужили за 3 года, они практически ничем не были материально, никто не отмечал. То есть я считаю, что это очень важный момент. Пожать руки – это одно, и дать благодарственное письмо. Но нужно где-то финансовая подоплека, финансовое стимулирование ребят. У всех семьи, дети. С недавних пор, я так понял, вы член исполкома Российского футбольного союза. Ну, это не так немножко. Состоялся в этом году разговор на заседании как раз ветеранского финала, ветеранского первенства 12-го в Самаре. И Александр Багратович Мирзаян вместе с Никитой Павловичем Симоняном как бы ему дал команду, что нужно пора уже ветеранов, активистов в регионах избрать в исполком Российского футбольного союза. И речь шла об избрании там ведущих активистов регионов, хотя бы 1-2 человека, чтобы избрать российский футбольный, в исполком Российского футбольного союза. И речь, конечно, шла обо мне, потому что они видят, что у нас развивается ветеранское движение на Ставрополе в разных возрастных категориях. Да? То есть, и Александра Иванова, председателя ветеранов Самарского союза, они как бы будут рассматривать, чтобы нас внесли в список кандидатами в исполком Российского футбольного союза. После победы Самары вы отправились сразу в Дагестан, вас пригласили на турнир, на первый кубок президента Дагестана. Как сложились соревнования? Я отмечаю великолепную организацию этого мини-футбольного турнира. Вот. Я благодарен Магомеду Амину Гаджиеву, советнику президента по спорту. Я благодарен Будун Будунову, помните такого нападающего, да? Он сейчас возглавляет Дагестанский футбольный союз. Я благодарен Анвар Паше Магомедову, который мини-футбольный союз возглавляет, и многим другим политикам, которые были на этих матчах. Великолепный прием, великолепная атмосфера дружеская, потому что были представлены Кабардино-Балкария, Ингушетия, Грозный, Калмыкия, Белый Лотос и сборная Ставропольского края. И 3 команды дагестанских, призеры чемпионата Дагестана. То есть в великолепном уровне прошел турнир. Я хочу сказать, невзирая на то, что там развит у них бокс, дзюдо и борьба,
Но я был приятно удивлен, что на футболе столько политиков, столько руководителей бизнеса. Ну, мы выступили, как бы я считаю, в свою силу. Проиграл впервые за 4 года в финале Махачкале. Ну, так, наверное, суждено Богу было, что мы 2-1. Хорошая игра была, украшение турнира. И мы в финале проиграли, заняв в группе первое место. В полуфинале обыграли Нальчик 3-1. Вот. И в финале мы уступили, к сожалению, 2-1. Ну, не всегда же нам выигрывать. Футбол, мяч круглый. Поэтому достойно, команда Каспийская достойна была этой победы. И я ее поздравляю с этим успехом. Спасибо. Это все, что мы хотели довести сегодня до вашего сведения. Играйте в футбол, танцуйте, побольше ходите пешком, ведите здоровый образ жизни. До свидания. Спасибо. Спонсор программы «Овертайм» – фирма «Югроспродукт». Официальный партнер программы – Фонд экономического сотрудничества. Кофейня «Белые ночи» – шикарный интерьер, изысканное меню, приятная обстановка. Ставрополь – пересечение улиц Пушкина и Мира. Заказ столов по телефону 23 66 66.